Я написала мюзикл о космонавтах, которые пьют в борделе. Приятно, что вы знаете, когда я открою бордель. Его двери будут открыты не только для космонавтов. У всех, кто сегодня в этом зале, будет 5% скидка. Вечный небесный штиль, кто был рожден во сне, и, видимо, я не успел стать первым, вторым, и из груди навстречу, будто нейтронный взрыв, грезы о высоте и перья. Так что ты увидел там, такая жуткая красота и абсолютно пустота. Скажи мне, что ты увидел там. Так что ты увидел там. Там были ангелы или шайтан. И весь мир стоял на гитарах. Скажи мне, что ты увидел там. Когда твой голос затих, и ты вернулся живым, теперь я внутри, не попадаю в ритм, и боги сжигают ритм, и, видимо, я не успел стать первым. Так что ты увидел там, такая жуткая красота и абсолютно. Так что ты увидел там, там были ангелы или шайтан, или смерть.